Охуеть! Да покажу-ка. Вообще нормально, что-то заобнаружили. Дерево. Вау. Козий. Угу. Ух ты, шикарно, да? Потрогать можно надо. Развалится уже давнишний. Только кто-то его тут съел. А он, в принципе, аж без головы. И, походу, его голову отрубили, да? Там чуть-чуть, но это есть голова. Не, тело. А где тело? Если бы он так тоже умер, да? Походу, голову отрубили и сюда выбросили. Демоны. Что это, можно спать? Не знаю, теперь. Да? Как называется, веди нас, Сусанин, веди нас с родной. Да, отрезал. Пошли. Пошли, тетеря, нафиг, я тут первый. Ты в твоей очереди с камерой бегать. Ух ты. А тут этот, что было? Какое-то хранилище? А то это с той стороны закрыто, там железные ворота, да? Mm-hmm. В принципе, тут тоже недавно сделано. Какое-то хранилище было. Не знаю, что тут. Может, люди, может, это марихуана? А, я вчера эту ссылку кидал, посмотрел? Офигенный! Ну, я угорал. Фильм вообще шикарный. Это, походу, опилки деревесенные. Ну, там все, капец. Все тут, посмотрим. Блин, даже вспышка не вставляется. Надо потом кнуть. Да ладно, что? Посмотрим. Вот тут туда нету. Тут, походу, какой-то туалет был. Или нет? Покажу, как это охранное. Даже фонарик не сработает. В принципе, чуть-чуть. Нормально. Мне интересно, как туда что пойдем. Есть прикольные места, видишь? Прикольные места? Да. Для фотосета. А вот эту вижу. От Сани. Лыжи. Лис? Да, лыжи, это лыжи. Вот. От Сани, от Сани лыжи. Деревянные. Ну а чего по-другому, как он называется? Грузовой сад? Не знаю. Смотри, не дряхнешь. Ага, да упади давай еще. Не, легко, могу. Легко? Че, дальше пойдем, посмотрим. Ну жалко, с той стороны этот. Нельзя зайти, посмотрите. Тут что-то было, отвалилось все. Похрену нам. Нам не страшно. Давайте, друзья, я вам потолок покажу. Смотри, гнивший полностью. Мы ходим, снимаем для вас. Все для вас. Да, бесстрашные. Вот такие люди, короче. Так, друзья. Подписывайся в Инстаграм. Взаимные лайки.